Аня Лосова, с вами Артём. Решили мы, что не стоит унывать с того, что умерли Муся и Забава, а лучше взять еще одну маленькую кошечку, чтобы и теняшке было поинтереснее, и нам не скучно. Как раз у нашего соседа есть друзья, у которых есть кошечка, так что мы договорились с ним, что в воскресенье он приедет, и в 21:00 мы встретимся у колодца. Ждем того дня, когда все произойдет, и мы заберем, наконец-таки, еще одну кошечку к себе. В общем, планы немножко поменялись. Вместо того, чтобы приехать в воскресенье вечером, сосед приедет сегодня, в субботу, сказал, что в 23 у колодца забирать кошечку. Это, конечно, нас немножко взбудоражило, так как мы спим уже в 23, но зачем соблюдать сказанные тобой слова? Да, ей месяца 3, максимум 4. Ну и что ты там делаешь? Всю ночь не давала спать. А сейчас шустро бегает по всему дому.